Бабаджи, Махаватару Бабаджи. Говорят, что Бабаджи – это воплощение Кришны, частичное воплощение Кришны. Когда Кришна ушел с нашего плана, очень многие его преданные не хотели прям жить, потому что он уходил, они хотели, чтобы он остался, и без него смысл терялся, существование. И Кришна сказал: не волнуйтесь, часть меня останется, я буду как... меня будут знать как Бабаджи. Вот. Бабаджи можно перевести по-русски как батюшек, отец. Вот. То есть это считается воплощением Вишну. И здесь вот такие слова: Джей Джаганат, Крия Бабаджи. Джаганат – Господь Вселенной. Вот такие слова: Хей Йогешвара, Хей Раджешвара. То есть это означает Йогешвара, означает Господин Йоги. Царь Йоги. Да, Господь Йоги. Раджешвара означает Царственный Господин. Дальше такие слова: Мула Гуру Дева, Садгуру Дева. То есть Мула Гуру Дева означает коренной Гуру Дев, внутренний Гуру Дев. И если вы будете повторять, будет очень здорово. Будем настраиваться на Бабаджи, а Бабаджи – это, считай, Кришна, считай, это Вишну, Нарайна, то есть на Бога медитация идет. Можно вопрос? Я первый раз. Бабаджи какой из них? Хайдакан, который? Бабаджи – Махаватар. Говорят, что это другой Бабаджи, не тот, который хайдаканский. Да. А по какому речи? Ну вот, надо в интернете набрать Махаватар Бабаджи, и там вот... Я все найду. Да, вы найдете. Хорошо.